Приветствую вас, друзья, и в этом видео я хочу показать вам, как сделать костер в игре Unturned. Для создания костра нам понадобится 4 палки и 4 кусочка камня. Камень добывается с помощью кирки и вот таких вот глыб. Палки же можно добыть, срубив дерево. Итак, мы добыли нужные нам материалы и теперь открываем инвентарь и заходим в меню крафт. Сначала из кусочков наших камней делаем цельный камень. Теперь вставляем палки в одну ячейку и камни в другую. Нажимаем крафт, и вот он наш костер. С помощью костра можно осветить небольшую площадь или готовить на нем еду. Вот так вот выглядит горящий костер. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео.